Веселая музыка, танцы, подарки и мыльные пузыри. Вот рецепт детского счастья. Им поделился старший по дому на улице Пушкарева, 44. Сергей Горшков организовал праздник двора для маленьких жителей микрорайона. В подготовке участвовала вся семья. Супруга Сергея подготовила вкусное угощение для детворы. Лакомство пришлось по вкусу всем гостям гуляний. Булки пекла моя жена Светлана Горшкова. Мороженое, чай. Это все было куплено на мои средства. Не обошлось и без активного досуга. Веселье началось с общей зарядки в большом дружном хороводе. Дальше квесты и спортивные старты. Командные испытания сплотили детей. Каждый внес свой вклад в победу. Особую атмосферу создали аниматоры и творческие коллективы. К ним же присоединились и ребятишки. Вместе получился своего рода флешмоб, который каждый гость праздника запомнит на долгие годы. Веселый праздник. На природе самое главное – свежий воздух, чистое небо над головой, вкусная еда. Пока детвора резвится, родители делают памятные фотографии. Для них подобные гуляния уже стали доброй традицией. Праздник устраивают не только по особым датам, но и в повседневной жизни, чтобы раскрасить серые будни яркими красками. У нас часто проходят такие праздники, мы очень рады. Вот. И, конечно же, хотелось бы в дальнейшем так же, чтобы проходило. Большое спасибо Горшкову Сергею Михайловичу. Он у нас хороший, и, наверное, даже лучший, я бы сказала, управляющий дома. Отличный праздник для детей. Очень нужен нашему двору, чтобы дети развлекались маленечко. А еще родители рады, что современным гаджетам их дети предпочитают прогулки на свежем воздухе. Смеются, когда ребятишки вырастут, будут с теплотом вспоминать это золотое время. А потому добрую традицию решено продолжить. Все для детей, дети наше будущее. И надеюсь, что посещая такие праздники, дети не только как бы отдыхают, но и какие-то познавательные программы проходят, и дети довольны. Шумно и весело во дворе круглый год. Занятия по душе здесь найдется в каждый сезон. Летом – спортивные игры и сладкое угощение. Зимой – матчи по хоккею. Словом, местным жителям скучать не приходится. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Управда ТВ.